Автор – Жарасбек Мерекеев. Категория – занятость населения. Автору блога – министру труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Дюйсеновой. Добрый день! Могут ли студенты участвовать в программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы? К какой категории относятся студенты? Заранее благодарю. Добрый день! Согласно закону Республики Казахстан о занятости населения, студенты в период летних каникул могут участвовать в программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства в рамках третьего направления на общественных работах. А также после окончания вуза для приобретения необходимого опыта могут участвовать в проекте по молодежной практике. Молодежную практику могут проходить выпускники высших учебных заведений и колледжей. И преимущество, первое преимущество – это получение, в первую очередь, опыта работы. Поэтому молодежная практика – это хороший инструмент для стажной поддержки, когда молодой человек имеет возможность пройти эту практику и получить тот необходимый опыт для его конкурентоспособности. По стране у нас 199 центров занятости. В каждом районном центре и в городе есть, в городах есть центры занятости. Поэтому, чтобы поучаствовать в молодежной практике, необходимо обращаться в центры занятости. На сегодня 19 200 проходят молодежную практику, И из них половина уже поступила на постоянную работу, трудоустроились на постоянную работу. Средняя заработная плата у них 56 тысяч у участников молодежной практики.